лауреатов международного конкурса ледовых скульптур «Ледовая фантазия» кубками, медалями и премиями губернатора Хабаровского края награждаются. Повторюсь, международного конкурса ледовых скульптур. Пятое место. The fifth place goes to... Получает Родриги Фернандес, Португалия, и Летунов Александр, Россия, Хабаровский край. Родриго Фернандес и Летунов... Летунов Александр. Португал и Россия. Можно даже сказать, что это интернациональная команда. An international team. Четвертое место получает. The fourth place goes to... Петкус Андрюс, Литва. Литва. Петкус. Третье место завоевали. The third place goes to... Амельяненко Игорь и Козлов Сергей, Россия, Приморский край. Приморский край, Емельяненко Игорь and Усенко Максим. Козлов Сергей. Приятно получить для жителей Хабаровского края, а именно получает второе место Панасенко Наталья и Усенко Максим, Россия, Хабаровский край. The second place goes to Панасенко Наталья, Усенко Максим, Раша, Хабаровский край. Второе место получили Панасенко Наталья и Усенко Максим, Россия, Хабаровский край. Край. Бурные аплодисменты, друзья. Ну и наконец-то первое место. Этот человек получает, вернее, эта страна получает уже второй раз. Второй год подряд первое место. Если в том году он приезжал один, в этом году он приехал уже с новой участницей. Первое место получает Илли Карлис и Агнесия Рудзиди, Латвия. And the first place goes to Carlis and Agnesia, Latvia. Спасибо.